После бегства из пустыни Марти должен вырвать Али из лап президента Раймера. Его ученые разработали устройство, которое сотрет часть памяти Али для того, чтобы она согласилась управлять гигантором, запрещенным оружием. В ЦДФ подозревают, что происходит что-то неладное, и посылают туда своего лучшего агента. В это время сторонники генерала пытаются разрушить Дадзё, зал боевых искусств семьи Эон. Но благодаря ГАФу и СДФ Марти удается завершить свою подготовку. Марти – железный мальчик. Пусть воцарится мир на планете, настал долгожданный час. У нас есть всего один миг, чтобы сразиться и спасти этот мир для вас. Ты улыбнись и поймешь, что стал лучше этот мир вокруг. И я буду с тобой. Четырнадцатая серия. Путь к железной башне. Пушка-метеор! Я капитан Магнум из ЦДФ. Значит, у нас с тобой общий враг. Шеф, я уже очень устал. Ты уверен, что мы идем правильно? Вокруг нас один тот же бамбук, мамочки. Может, спросим у кого-нибудь? Или попросим, чтобы нас подвезли? Может, замолчите, наконец? Вы уже забыли, что говорил Спиноза? Настоящий вор никогда не сдается, особенно если знает, чего хочет. Мне стыдно за вас. Шеф, нам обязательно надо сделать привал. Я больше не могу так идти. Я бы все отдал за то, чтобы подключиться к моей подзарядке. Сдавайся, робот, или я тебе сейчас покажу. Тра-та-та-та-та-та. Ты не сможешь поймать меня, жестяной болван. Тра-па-па-па-па. Как нам повезло, ты здесь целое состояние. У меня будет самая великая банда в истории. Тра-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та. Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, ты ранил меня, парень. Стой, я тебе сейчас покажу. А этот еще лучше. Руки вверх. Эй, да ты его держишь наоборот, приятель! Да ну, да ты что? Ай! О! Ай!
Одумайтесь, болваны! Вы должны набрать столько оружия, сколько сможете, а не тратить время на игры! Ой! Это ваше, а мы подумали, потерял кто-то. Дорогая, с сегодняшнего дня здесь будет твой дом, а мы станем твоей новой семьей. Все мечтают познакомиться с тобой. У тебя будет много друзей. Госпожа Алли. Здравствуйте, господин. Это невероятно. Хорошо, моя милая, ты настоящий гений. Правда? Ты нашла решение этой задачи. Хочешь попробовать еще? Если ты решишь и эту задачу, я дам тебе это. А? Ну как? Ух ты! Ля-ля-ля. Это удивительно. За 10 лет 20 ученых работали над этим проектом, но не смогли расшифровать ни одну из этих старых задач. Тем не менее, госпожа Алли одна смогла найти решение больше половины задач всего за 6 месяцев. Чудесно. Это просто прекрасно. Алли, милая, что с тобой случилось? Мне приснился сон, как будто я провела во сне очень долгое время. Забудь, моя малышка. Ты проспала всего несколько минут. А? А? Алли, настал твой любимый момент. Ты хочешь, чтобы я гордился тобой? Да, конечно, хочу. Господин, Скар исчез. Капитан Магнум передал его синим каскам, но его выкрали. Вот как? Мы думаем, что люди генерала уничтожили синих касок. Мы задержали 3 роботов, которых нашли на месте, и сейчас ведем допросы. А капитан Магнум? Он решил изучить эпицентр взрыва, прежде чем вернуться на нашу базу. Директор, капитан Магнум вернулся. Прошло 100 лет, и законным наследником кулака Иона стал ты. Я горжусь тем, что служу тебе. Гав, мне нужно идти. Мне нужно найти Алли. Я не могу ждать. Наверняка у нее уже большие неприятности. Ей нужно помочь. Господин, забудь о чувствах, если жаждешь свершить великие подвиги. Ах так? Для тебя великим подвигом было наблюдать, как уводят моего отца? Все не так просто. Помоги я ему, твоя жизнь была бы в опасности. Если не можешь спасти тех, кто рядом, как ты будешь сражаться? И ты намерен спасать мир. Господин, теперь... Вперед, мальчик, твои дела ждут тебя. Великий учитель Янг... Марти! Но не задерживайся, нам нужно торопиться. Мы верим в твое скорейшее возвращение. Да, великий учитель, я быстро вернусь. Ну же, Марти, пошли! Давай! Баттонс, на этот раз ты не сможешь пойти со мной. Извини, но башня — опасное место. Даже для такого храброго робота, как ты. Но... Так что веди себя хорошо и побудь здесь, пока я не вернусь. Но... Великий учитель, позаботьтесь о нем! Но я знаю, но... Эй, Марти! Марти, что за намеки? Ты не возьмешь меня с собой? Марти, я подготовился, и ты сам поставил мне новые батарейки. Марти! Марти, ты летаешь? Что же ты мне ничего не сказал?
Ты понимаешь, как бы нам это пригодилось? Марти! Ты не можешь бросить своего лучшего друга, Марти! Что? Как это? Да как ты туда попал? Твой друг очень изменился за это время. Не только снаружи, но и изнутри. Он заметно повзрослел. Али, все твои прежние упражнения были только подготовкой. Сегодня последнее испытание. Ты готова показать все, на что ты способна? Превосходно. Это то, что нужно. Можно начинать. Держись, Али. Великий учитель, почему ты разрешил ему уйти? Я знаю, что ты волнуешься, но согласись, логично было отпустить его. Не понимаю, что это значит? Однажды ты обещал учителю Иона, что пока не найдешь наследника, будешь защищать кулак. А затем будешь служить наследнику как новому господину. Источником твоей силы было то обещание. Когда есть что-то, чего ты действительно хочешь, твоя чи сконцентрирована. Если бы Марти не хотел помочь этой девочке, возможно, у него не хватило бы сил, чтобы закончить обучение. А так как наш господин закончил обучение благодаря этой девочке, логично отблагодарить ее, поэтому я дал ему уйти. Господин, этот трюк, который делал Марти, когда он прыгал, как кенгуру, вот так, вот так, вот так. Я тоже так хочу. Научите меня, пожалуйста, вы научите меня. Так ты тоже хочешь научиться делать летающие шаги? Ага. Мне несложно научить тебя взамен. Зови меня великий учитель. Правда? Ну, учитель, я выполню вашу любую просьбу. Что? Ты забыл сказать великий? Да, 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 это да, да, великий учитель. Что, ты ждала меня, железная башня? Отлично! Теперь все готово. Али уже может приступать к работе. Чудно! Сегодня мы перепишем историю. Да, господин. Персонал, прошу всех занять свои места. Передатчики готовы. Приемники запущены. Начинайте передавать сигналы. Мозговые волны, пульс, кровяное давление, все в норме. Подготовить код программы. Что это было? Ну вот, кажется, здесь пусто. Не знаю, наверное, ветер подул. Все это очень странно. Как ты думаешь, зачем они усилили патрули? Что сегодня случится на базе? Не знаю, они нас предупредили, чтобы даже муха не пролетела. Почему эта дверь открыта?
Как там идут дела? Превосходно, господин. Все идет, как и было запланировано. Связь с системой. Мы получаем сигнал управления. Что такое? Что они здесь делают? Мы уже приехали на наш этаж. Когда я заметил громадный столб света, я сразу пошел туда. Сторонники генерала были разбиты. Трудно в это поверить, но это сделал ребенок в одиночку. Ты предполагаешь, что этот мальчик и был причиной выброса энергии, которую уловили наши радары? Судя по доспехам и железному кулаку, он может быть потомком рода Эонов. Известно, что из этой семьи никто не выжил. Директор, Виолетта, наш агент в башне передает сообщение. Так, посмотрим. Я обнаружила нечто в 17-м квадрате, модель времен войны роботов. Гигантор? Высота 120 метров, вес 58 тысяч тонн. Это робот огромных размеров. Агент Виолетта, проверьте данные. Роботы весом более 16 тысяч тонн не выпускаются даже по особым заказам. Таких цифр быть не может. Это, возможно, с технологией столетней давности. Как? Объявить план Девкон-1 немедленно. Собрать всех сотрудников, даже запасных. Ну вот, здесь полно охраны. Как мне войти? Сейчас прорвемся. Все в порядке. Откройте дверь. Мы уже внутри? Ну, тогда я выхожу здесь. Назад! Назад! Готовьтесь к атаке! Огонь! Но как ты сумел? Где сейчас Али? Отвечай немедленно, я знаю, что она у Раймера! Нет, о чем это ты говоришь? Ты все понял? Не выключайте пушки магнитной блокады, ребята! Говори, где она? Отвечай немедленно! Стреляйте из пушек подкрепления! Ах!
мощность. Быстро действуйте! Куда мне идти? Всем подразделениям. Чужие на подземной базе квадрата 17. Это особо опасный робот-шпион. Мы думаем, что у него есть доступ на все этажи. Активирована защитная блокировка на последнем этаже. Важно, чтобы не мешали работать госпоже Али. Значит, Али находится на последнем этаже. Именно так. Большое спасибо за информацию. Все ясно. Мне осталось только набрать скорость. Громадный. А, это недоразумение. Постой одну минутку. Ладно тебе.